Сверкпинчер или карликовый пинчер. В этой маленькой собачке с игрушечной внешностью скрывается кладезь служебных качеств. Сверкпинчеры заряжают своей энергией окружающих и являются душой компании. У сверкпинчеров пропорциональное телосложение квадратного формата, компактный корпус, умеренно широкая глубокая грудь, выпуклые ребра, короткая спина, подобранный живот. Высота в холке 30 см, вес 106 кг, продолжительность жизни 12-15 лет. Шерсть короткая, плотная, гладкая и густая. Подшерсток отсутствует, окрас может быть однотонным, от красно-оленьего до светло-коричневого или двухцветным. Несколько интересных фактов. Всех представителей этой породы отличает необычная для собак походка, напоминающая рысак. Именно поэтому этих собак иногда называют верховой пони бедняка. Сверкпинчер – превосходный сторож. Его слух настолько чуткий, что он прекрасно слышит шуршание листьев и самые тихие звуки, недоступные человеческому восприятию. В дрессировке они бывают упрямы, но информацию схватывают быстро. Жизнерадостные, энергичные, игривые сверки легко становятся душой компании. Эти собаки прекрасно ладят со всеми, в том числе и с детьми. Однако, не стоит забывать о миниатюрных размерах собаки. Дети должны уметь общаться с хрупким питомцем. К тому же, независимый и своенравный пинчер не относится к тем флегматичным собакам, которые часами могут спокойно терпеть навязчивые подергивания за уши. Несмотря на небольшие размеры, ФЦИ причисляют карликового пинчера к служебным собакам. Компактные, но крепкие малыши демонстрируют прекрасные результаты в спортивной дрессировке. В целом, сверкпинчеры – добродушные, ласковые, общительные собаки, которые очень сильно привязываются к членам семьи. Сверкпинчеры – идеальные домашние питомцы. Они от природы аккуратные, чистоплотны и совершенно неприхотливы. Уход за сверкпинчером простейший. По короткой шерсти достаточно пройти щеткой раз в неделю. Линька у этой собаки не выражена. Сверкпинчер прекрасно чувствует себя в условиях квартирного содержания. Но для правильного развития питомца не стоит забывать о длительных активных прогулках. Стоит также учесть, что шерсть сверкпинчера не защищает его от мороза. Зимой питомцу будет нужен теплый комбинезон. Дрессировка животного начинается примерно в 4-6 месяцев. Однако, это не значит, что до этого возраста щенок должен вольготно пользоваться вашими слабостями и использовать вашу доброту. Нужно определить место для цверка в доме, показать ему игрушки и не давать грызть вещи. Чем вы раньше начнете воспитание собаки, тем легче будет наладить с ней контакт в дальнейшем. Заводить эту породу стоит активным людям, которые готовы регулярно заниматься с карликовым пинчером. Дрессировка и социализация для него максимально важна. Характер у сверкпинчеров довольно сильный, поэтому если вы не хотите вырастить домашнего тирана, не идите у него на поводу, а покажите, кто в доме хозяин и хозяин стаи. При выборе щенка уделите внимание следующим аспектам. Глазки выделяют только прозрачную жидкость, не слишком слезятся, из ротовой полости не должно идти неприятного запаха. Уши чистые, а зубы белые и ровные, шерсть чистая и гладкая. Обратите внимание на любопытство. Любой щенок с интересом подойдет к вам познакомиться, а трусливый останется позади. Слишком агрессивных лучше не брать, которые то и дело норовят укусить. Обратите также свое внимание на окрас шерсти. Не должно быть светлых вкраплений, особенно белого цвета. Пигмент кожи только темный вокруг носа. Глаза, подушечки лап и когти все черное. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой сверкпинчер и приобрести щенка от проверенных титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео.